Выходим из ванной. Руки на затылок. Там новая IBM Selectric. Руки на затылок. Шрифт меняется в 5 секунд. Закрой рот! Одна деталь. Положи руки на затылок! У него здесь галлон туши, более 200 чеков. Руки на затылок! И маленькие конверты на его имя, в которых рассылает зарплату компании Панам. Положи на место! Хватит! Вы опоздали. Понятно? Меня зовут Барри Аллен, американская секретная служба. Он пытался выпрыгнуть в окно, но внизу его уже ждал мой напарник. Не понимаю, о чем ты. Вы что, считаете, им только ФБР занимается? Вы заблуждаетесь. Он подделывает государственные ценные бумаги. Мы отслеживаем его уже несколько месяцев. Эй, может, хватит держать оружие возле моего лица? Вы меня нервируете. Предъявите документы. Да, конечно. Вот мой бумажник. Пистолет тоже заберете? Могу и его отдать. Эй, сделайте мне одолжение. Взгляните в окно, ну? Посмотрите. Вон мой напарник ведет его к машине, видите? Старик едва не обмочился, когда я сюда ворвался. Выпрыгнул в окно прямо на капот машины. Эй, Мерф! Да. Позвони еще раз в полицию, не хочу, чтобы тут посторонние болтались. Не думал, что этим занимается секретная служба. Что ж, бывает. Кстати, как вас зовут? Хенрити. Карл Хенрити. Могу посмотреть документы? Пожалуйста. В наше время осторожность не бывает излишней. Что ж, не повезло, Карл. 5 минутами раньше записали бы крупную птицу на свой счет. Если бы они уехали на 10 секунд раньше, я бы вас застрелил. Можно мне спуститься с вами? Я хочу взглянуть на старика. Конечно, только вы не могли бы посидеть тут, пока я ношу вниз все эти улики? А то еще придет горничная и начнет уборку. Ребята из полиции уже едут. Постойте. Ваш бумажник. Пусть побудет у вас. Я вам доверяю.